Вот такие великолепные виды открываются с вершины колеса обозрения, которое расположено в детском парке. Его высота составляет 70 метров. Для Анапы это новый рекорд. Аттракцион рассчитан на 180 человек. Всего 30 кабинок, в каждой по 6 мест. Смотровое колесо устанавливали целый год, уделяя особое внимание вопросам безопасности. Учитывая все нюансы, от температуры воздуха в жаркий день и возможной силы ветра до сейсмической активности, в каждой кабинке встроен дополнительный фиксатор, который не даст ей сорваться в случае чрезвычайной ситуации. Что касается технических моментов, то есть есть специалисты, которые следят круглосуточно, будут в процессе эксплуатации следить за техническим состоянием колеса. И, то есть, если что-то вдруг даже, то есть возможность механическим способом прокручивать колесо и эвакуировать людей. То есть план «Б» у нас на все есть. Воздушная прогулка проходит в спокойном медленном темпе вот в таких удобных полузакрытых кабинках. В них комфортно себя будут чувствовать даже люди с боязнью высоты. Но самое главное – это виды на темно-лазурное море, местную архитектуру и цветущие деревья. Колесо обозрения станет первым аттракционом, запущенным в детском парке. Остальные начнут свою работу в следующем году. Уважаемые жители и гости города-курорта Анапы, мы с удовольствием вас приглашаем 29 апреля в 12 часов на торжественное открытие самого большого колеса в городе-курорте Анапа, колеса обозрения. И у вас появится уникальная возможность посмотреть все красоты Анапы с высоты птичьего полета. Только в это воскресенье приобрести билет можно будет по специальной цене всего за 150 рублей. На официальном открытии выступят лучшие анапские коллективы. Жители и гости курорта смогут испытать свою удачу на розыгрыше бесплатных билетов. Аттракцион будет работать с 12 часов до последнего посетителя. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.